Всем привет! Сегодня у меня пришла посылка от канала Paradise for Spider. В этой посылке у меня миссоры, так как старые миссоры у меня умерли, колония не выжила, я решил заказать новых миссор, новую колонию. Сейчас посмотрим, откроем. Надеюсь, все живы. Шла посылка 7 дней. Отправил мне очень быстро. В тот же день, когда я платил. Так. Опа. Это еда для миссоров. В комплекте он сказал будет еще трубка для перехода в арену. И еще запасная пробирка для миссоров тоже. Такой вот комплект у него продается в группе. Кто захочет заказать миссор, можете заказать у него. Ссылку оставлю в описании. Также у него есть канал свой, про пауков, про муравьев тоже снимает. Так, надеюсь, все живы. Бумага. Все хорошо упаковано. Так, посмотрим, что здесь. Надеюсь, все живы. Ну, упаковано, конечно, хорошо. В прошлом году заказывал в другом месте. Упаковано было, ну, не так хорошо, как здесь. Так, смотрим. Вот матку вижу. Рабочих вижу. Достаточно много. Наверное, здесь около 10-15 штук. Сейчас сфокусирую. Вот. Видно личинки, видно вон как тащит яйца рабочий. И маг ихний. Вот и все. Все живы, здоровы. Спасибо. Будем растить. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка в описании.